Уракша, вперед! Призыв болельщиков на бурятском языке. В зале 32-й школы собрались знатоки языка, литературы, географии и традиций бурятского народа. Из 30 команд в финал интеллектуальной игры «Табан ССН» вышли только две. «Победа» – название одной из них. Мы прошли отборочный этап, победили в отборочном и в полуфинале. Были интересные вопросы, как бы темы были разные. Мы больше, наверное, жились про религию искали. Большинство это больше как бы вопросов было понравилось. И остальные были, наверное, все хорошие вопросы. Табан ССН, дословный перевод «пять умников». В обиходе великолепная пятерка. Игра построена в форме викторины. Участники на свое усмотрение выбирают вопросы с вариантами ответов или без. От этого зависит количество баллов за правильный ответ. В 1853-56 годах принимал участие в Крымской войне против турков. Как назывался этот легендарный полк? Я вам предлагаю варианты: селенгинский, баргузинский, тобольский, байкальский. Я думаю, что это селенгинский. Вы совершенно правы. 2 балла. В составе жюри сотрудники муниципального образовательного центра во главе с председателем комиссии по национальным вопросам. Сегодняшнее мероприятие «Городская игра Табан ССН» у нас проводится с целью популяризации бурятского языка и воспитания интереса к изучению бурятского языка. Как яхту назовешь, так она и поплывет. Команда «Победа» 43-й школы стала в интеллектуальном конкурсе лучшей. Чествовать победителей планируют 25 октября, в День бурятского языка. Елена Петрова, Даржи Чайдопов, «Новости дня».